Родителям школьников выплатят компенсацию за питание во время дистанционного обучения. Речь идет не обо всех, а о детях с ограниченными возможностями здоровья и школьниках из малообеспеченных семей. Такое решение было принято депутатами Кировской гордумы. Эти дети во время обычной школьной учебы получали льготное питание за счет бюджета. То есть деньги на это были выделены, но в последнее время не были использованы, так как во время дистанционного обучения школьники, естественно, в учебных заведениях не ели. Родителям льготников будет предоставлена денежная компенсация за обеды. Считать ее будут с 13 апреля. Для школьников с ограниченными возможностями здоровья выплата составит чуть более 90 рублей в день. Для детей из малообеспеченных семей немногим больше 50 рублей. Денежную компенсацию смогут получить почти 9 тысяч льготников.